Добрейшего времени суток, уважаемые зрители и подписчики канала. У нас стартовала новая рубрика на канале, которая теперь будет называться «Битва недели». В ней мы будем сравнивать между собой разные подклассы одного и того же класса, и также будем сравнивать у какого-нибудь класса синий и красный камень Dream или RMD. И для этого нам понадобятся определенные условия, и о которых я вам в первую очередь хочу сказать. Все персонажи будут иметь абсолютно одинаковый шмот, вот максимально одинаковый, то есть у нас будет меняться только профессия. Мы будем использовать максимально приближенное к капу снаряжение, но будем проходить везде 13-ю лабу. Будем все тестировать на полигоне заката, потому что там босс ну плюс-минус немножечко двигается, и в целом это будет приближенно выглядеть как тест. Естественно, это все синтетические тесты, потому что, ну, это как вот тестирование всякого железа в всяких программах-тестерах. Да, это может выдать вам много попугаев, но и тем не менее, потестировать мы это все дело можем. Поэтому стоит относиться к этому ролику как материалу, который может вас сподвигнуть для выбора того или иного камня, либо того или иного подкласса, но и в какой-то мере это все равно развлекательный контент, и, ну, и придираться, собственно, к нему особо не стоит. Да, это будет проводиться все по одному разу, здесь не будет по 50 заходов, это будет просто вот один заход и другой заход. Если разница есть, то она будет видна, очевидно, сразу. И вы для себя все равно сможете делать выводы, лично я выводов никаких делать не буду, я вам буду оставлять всю информацию для открытого обсуждения. Вы, пожалуйста, в комментариях мне пишите, кого бы вы хотели из подклассов увидеть в этой рубрике и в рамках этой рубрики, что бы вы хотели рассмотреть. По этой рубрике будет выходить 2 видоса в неделю, стабильно. И сегодня мы с вами начнем с палача. У палача мы протестируем с вами Dream и протестируем его RMD. Сравним их в одинаковом абсолютно шмоте с их богиней, соответственно. Естественно, мы будем при этом вместе с камнем использовать и шапку, и ботинки под этот скилл, и скилл гир плюс один. При этом весь остальной шмот остается неизменным, его можно будет посмотреть на экране и, собственно, оценить все вещи, которые происходят, ну, как бы в реальном времени, и для себя сделать определенные выводы. Итак, сначала у нас будет RMD, и это будет у нас как бы нулевая точка отсчета. И в финале, после прохождения с каждым из камней, я вам покажу детали ДПС, и они останутся в конце, для того, чтобы вы могли посмотреть, что было по ДПСу и что у нас было в деталях урон. Вот, в принципе, я думаю, вам все объяснил, и все остальное это уже за вами. Обязательно, пожалуйста, оставьте в комментариях свои предложения, если как-то эту рубрику можно доработать, может быть, какие-то есть конструктивные замечания. В общем, жду от вас максимального фидбэка, для того, чтобы понимать, нравится вам новая рубрика или нет. Ну и, конечно же, благодарю всех за просмотр, подписывайтесь на канал, вступайте везде, куда только можно. И спасибо большое вам всем за то, что вы есть. Всем удачи и пока. Спасибо.
mistake, underestimating what you've taken on. I'm out of the cage, 'cause you open the door. You're as endless and as gone. 'Cause if you're falling for me, just be one. 'Cause I don't think you're ready for it. I'm not the one to mess around. No, I don't think you're ready for it. You're falling.